Церковь за миллиард. Красноярской епархии выделили землю под строительство храма на Стрелке. Его возведут на набережной в районе БКЗ. Сейчас специалисты разрабатывают проект церкви. Ее предположительная стоимость – 1 000 000 000 рублей. Напомним, идея восстановления разрушенного в советское время Богородица Рождественского собора появилась еще 5 лет назад, во время визита патриарха Кирилла. Однако тогда выяснилось, что земля вблизи Виноградовского моста в аренде у московских предпринимателей. Теперь ее вернули городу. Когда начнется стройка, точно неизвестно, но в конце декабря прошлого года губернатор на встрече с журналистами пообещал возвести собор к 2019 году.